нас магазинчик. Мы снова в парке. Давайте говорить громче, потому что вряд ли нас слышно, да. Но мы постараемся говорить громче, и мы выбрали место тише, чем в прошлом тайге. Мало людей, где ходит мало людей. Ну, в общем, первый вопрос. Сколько лет вы дружите? Можно сказать, не лет? Ну, мы дружим 3 года. Да. Почти 3 года. 27 ноября будем дружить 3 года. Такая годовщина. Как вы познакомились? Мы познакомились очень, как сказать, не в таких... необычно. Да, потому что... Папа там одноклассницы были на тот момент. И потом мы начали дружить, но не сразу. Что за глупость несу? В общем, сама рассказывала, я пока пошла отдохнуть. Мы не сразу вообще... Мне нет. Мы вообще не сразу сдружились. Мы дружили с одной и той же девочкой, тебя видно. И она нас рассорила. В прямом смысле, мы раньше хорошо друг к другу относились, но потом она нас рассорила. В итоге мы вообще друг друга терпеть не могли. А потом что-то она там на-на-на случилось. И вот, мы дружим уже почти 3 года. Самое яркое совместное воспоминание. Наверное, то... Что у нас самое яркое? Не знаю. У меня почему-то самое яркое воспоминание, когда мы с тобой ходили в аквапарк, и когда мы с тобой ходили первый раз на конные, когда мы... Да, я тоже хотела сказать первый раз на конные. Потому что нам дали... Пегаса. Самую ленивую лошадь. Да, Пегас его зовут. И, в общем, мне было страшно залезать. Потому что он высокий и кусается. Он нас чуть не съел. Да. Следующий вопрос. Ночевали вы когда-нибудь друг друга? Я у него ночевала, она у меня нет. Можно сказать. Да. Но если ночевали, то чем вы занимались? Мы? Она... В общем, у меня был день рождения. Она... Мы... Я пригласила ее на ночевку. И когда моя мама уже спала, мы начали, у нас была группа, ВК, где и мы переписывались ночью в ВК. Да, и она с нашими одноклассниками. Да. Одноклассницами, угу. Девочки. Отдыхали ли вы где-нибудь вместе? Нет. У нас... Ну, хотели бы. Ты бы куда хотела поехать? Не знаю. Я хочу поехать. Смотри. Самое главное качество, которое вы видите в своей подруге. В том, что вот это вот. Моя подруженция, она, мне кажется, не предаст. Как ты думаешь? Вот. А вы как думаете? Не знаю. Никак. Не думаю, вообще об этом не задумывалась. Я тоже, кстати говоря, не задумывалась. Мы просто дружим, и все. И нас пытались рассорить многие, да? Хотели бы вы жить в одном доме? Да. У нас была такая мечта, чтобы вот это ее квартира была, вот это моя. И мы на одной мечте. Как раз это, да? А, и собака. Собака. И собака, собака. Ну, только не одна на двоих, а у каждой да. Собака. Я хочу большую собаку, которая 50 килограмм весит. Это куда я? Тебе её. Ну, какая песня напоминает вам вашу? Мне напоминает. Мне напоминает Никутяночка. Мы все время ее поем в школе. Конечно, я не знаю, что это. Ну, мы эту песню... Да тебе белый твоя. Эту песню мы оставим в описании. Ну, название, если... Да, название этой песни оставим в расписании. В расписании? В расписании. Вы будете? Ну, я бы хотела. Ты бы хотела? Вопросы закончились. Да. Надеюсь, вам понравилось это видео. Извините, что оно такое короткое. 5 минут. Ну, это видео короткое, и наконец оно короткое, потому что у нас будет челлендж 20 минут, потом тег, если бы у нас идет 8 минут. Ну, в общем, это, наверное, хорошо. Ну, надеюсь, вам понравилось это видео. И у нас нам много пальчиков. Листопад вверх. Начался. Ну, не видно. Вот с той стороны. Вот листик не видно. Так что... Надеюсь, вы поставите нам много пальчиков вверх. Подпишитесь на наш канал. И оставите положительный комментарий. У нас пока 2 комментария было. Я ну, английский. Серьезно, я посмотрела, на 3% смотришь США. Ну, да. Так что, всем пока. Bye. Bye-bye.